За несколько лет на полуострове цены на недвижимость взросли вдвое. По итогам второго квартала 2019 года жилье на первичном рынке подорожало на 2%, вторичное на 4%, и эти показатели относительно прошлого квартала. По стоимости жилья, конечно, мы в лидерах, и особенно лидирует город Севастополь. Разрыв по некоторым регионам большой. Особенно на первичном рынке. Например, вот стоимость жилья в Краснодарском крае 48 тысяч. На первичном рынке у нас это стоимость 60 тысяч. Крым в списке лидеров по стоимости жилья. Сколько лет придется копить на квартиру в Симферополе? Наиболее доступное жилье сегодня в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Для семьи с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру, понадобится около 1,5 лет. Ну а чтобы приобрести жилье в Крыму, Чечне или Дагестане, необходимую сумму придется собирать не менее 10 лет. При выборе жилья клиенты обращают внимание на наличие всей документации, расположение, наличие инфраструктуры и, немаловажно, автономное отопление. В связи с этими факторами растет и цена, говорит Игорь Рыбалко, риэлтор с 10-летним стажем. Вторичное жилье пользуется спросом у местных жителей, а вот приезжие с материка склоняются к новым квартирам. А рост цен связан именно со спросом, уверен риэлтор. То количество людей, много, которое переехало с материка, вот они арендовали квартиры. То есть сейчас за счет ипотеки, да, и, соответственно, процент по ипотеке, и то, которое они будут снимать жилье и выплачивать ипотеку, он приблизительно одинаковый. Поэтому, то есть, основная часть людей, которые здесь уже снимали, стали и решили остаться, они, соответственно, принимают решение о покупке квартиры. Востребованный в Симферополе район Москальца, центра города и улицы Лермонтова, районы у набережной считаются самыми дорогими. Окна квартиры, которые выходят на крымскую реку Салгир, будут на 300-400 тысяч выше, чем квартира с видом во двор. В Киевском районе Симферополя такая двухкомнатная квартира на вторичном рынке будет стоить 4,5 миллиона рублей. Это обусловлено местоположением и шикарным видом из окна. По примеру прошлых лет, чем меньше строительная готовность объекта, тем дешевле квадратный метр. И наоборот. Такая же картина сегодня. В результате реформы долевого строительства риски для граждан уменьшились. Рынок корректирует стоимость квадратного метра ввиду того, что средства граждан уже будут защищены, будут храниться на специальных банковских счетах эскроу и в случае там каких-то форс-мажорных обстоятельств будут возвращены дольщику. Повышение цен на жилье многие аналитики также связывают с открытием Крымского моста. По прогнозам, раз есть спрос, то платить за квадратные метры будем все больше. Сафия Шукурова, Герай Абдуллаев, телеканал «Миллет».